Спасатели провели ночную проверку. Мишенью стали ветхие дома по улице 4 Курской. В рейд огнеборцы отправились вместе с полицейскими. Причиной визита стал не только рост пожаров в домах, ожидающих сноса. Обеспокоены проверяющие тем, что дома эти расселены не полностью. То есть оставшимся собственникам приходится ютиться с бомжами, которые занимают соседние, уже пустующие квартиры и разводят в них огонь. В итоге могут погибнуть люди. Выдворено из этих домов 9 лиц без определенного места жительства. Также проводились профилактические беседы с жильцами дома. Этот рейд по аварийному жилью не первый. С целью ускорить процесс по расселению в адрес городской главы администрации огнеборцы уже отправили 2 информационных письма. А вот третье ушло в прокуратуру железнодорожного района. Мы не можем постоянно дежурить в ночное время и, скажем так, выдворять оттуда лиц без определенного места жительства. Тут необходимо вмешательство городской администрации с целью кардинального решения этого вопроса по расселению и сносу этих домов.